Ну что, всем привет. Кис-пис, так сказать, специальный выпуск для девушек и их парней. Отличный велосипед 22 года. Близ эксперт от Outlip. На наш взгляд, один из лучших женских хардтейлов на рынке. Расскажем по-быстрому, почему. Просто в бюджете до 60 тысяч рублей, да даже больше, нету, ну, по крайней мере, я не нашел на рынке велосипедов женских с одной ведущей звездой с трансмиссией 1 на 9. Да, Макс. Я не смог. Расскажи, что за трансмиссия? Здесь трансмиссия реализована на компонентах от Microshift. Advent, уже много раз мы говорили про эту группу, она классная, тем более на женском велосипеде она более чем уместно выглядит, потому как, ну, явно каких-то спортивных рекордов покупатели этого велосипеда как бы не будут ставить, а для всех других, наверное, это более чем достаточно. Ну, мне лично очень нравится. Я считаю, что все-таки Advent X это уровень гораздо выше, чем Olivia у Shimano. Да, вот. Безусловно. И Advent X я себе точно буду ставить. С этим, ну, я определился. По-честному, конечно, здесь Advent предыдущего поколения, без муфты натяжения. Но ставим сюда защиту пера, и все, ничего шуметь не будет. Перо будет в целости и сохранности. Все супер. Быстро. Сзади кассета с диапазоном 11.42, спереди ведущая звезда 34 зуба, 104 BCD, система от Провил, шарм, проверенная каретка под квадрат. То есть, ну, очень классная сборка. Да, совершенно верно. Вилка у нас тоже не самая простая. XSM Santur, 30-е ноги, если надо валить вам в гору. Лосить, так сказать, можно закрыть демпфер, и вилка у вас будет жесткой. Вот. По велосетику, как обычно. Черный, хороший тайваньский втулки Квандо. Да. Очень много велосипедов на них собирается. И не забываем, ребятам не стыдно написать свое имя. Да, ну, живучие втулки хорошенькие. А, далее. Обода. Классический Outlip. Спицы, скорее всего, тоже где-то Outlip сам сделал. Покрышка CST Patrol. Хорошая, красивая, довольно широкая. Ширина 2,25. Протектор умеренный. Подойдет как для твердых покрытий, так и для легкого бездорожья. Да. Опять же, претензий вообще никаких нету. Тормоза Tektra 275. Не раз уже про них говорили. Это тоже классное решение. Роторы 160 мм спереди и сзади. Остановят этот велосипед, наверное, с любой скорости, да, никто на нем, пожалуй, гонять откровенно быстро не будет. Что еще? Руль, вынос, подседельный штырь, седло алюминиевые от Outlip и, конечно, женская рама. Да, да, она без внутренней проводки тросов, она не нужна. Я считаю, что внешний вид от этого не страдает. Единственное, что прямой конусный стакан, но практически на всех горных велосипедах женских прямой конус, прямой стакан будет. Да. Да, 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 возможно. Да, в целом, тут вот посмотрите, даже косынку наварили. Это вам вместо конусного стакана. Хотите летать? Летайте. Вот. Жаль, как пчела, порхай, как бабочка, так сказать. Да, нарисовали тут вот бабочку замечательную, женский хардтейл надпись. Есть крепление под подножку, крепление для крыльев, для багажника, то есть, в общем, все здорово. Да, ну что, пока сезон, покупайте своим девушкам велосипеды, самые разные. Не только Outlip, есть еще GT, Cannondale и Jamis'ы. Вот, да и все, получайте удовольствие, кайфуйте, кайфуйте. На велосипеде, который стоит меньше 40 тысяч. Меньше миллиона. Это, конечно, ну просто супер предложение. Ну, он действительно классный. Да, дарите великие цветы. Все, всем пока, до скорых встреч. Все, всем пока.